Пойдем, Свет. Спорткомплекс. Спорткомплекс, да. Везде борцы. Там эти борются. Тут эти борются. Там мама с кем-то. Вот это белая Тара наша. Это она с кем? Это она с Тараном. Да, вот это Таран. Вот этот мальчик Таран. А, позови Таран. Таран, иди сюда. Таран, иди сюда. Иди на. Позови его. Иди ко мне, Таран. Очень, кстати, прыгучий, хороший пацан. Этот он сидит сейчас. Таран, а ну иди сюда. Это мама наша, это мама наша, мамочка, это мамочка ихняя. Они уже в 4 месяца кабаны выросли такие, как мама в 3,5 года. А мама не маленькая сука. Мама до родов весила 86 килограмм. Да, мама весила до родов? Помнишь, когда кабаня была такая? Вот сейчас она похудела, вот она родила. Сейчас сильно, конечно, похудела, килограмм на 12 похудела, муж на 13. Но она вообще все равно, ну сейчас наберет. Сейчас мама, ну они вот, они кабаны в 4 месяца, как мама почти, посмотри на них. Так они уже по 50 килограмм, по 45, Свет. Огромные, красивые, правильно сложенные, не толстые. Длинное туловище, красивый он, Мерседес, это как его, Тахмет. Самый крупный мальчик Тахмет. А ну Тахмета отдельно.